Убеждение этих юных и отважных, смелых и бесстрашных молодых людей, юноармейцев, убедительно. Это по праву их праздник. Ведь в какой-то мере защищают Отечество даже школьники, бессменно неся почетную вахту памяти, тем самым соблюдая и приумножая военно-патриотические традиции своего народа, внося личный вклад в защиту Родины. Они считают это своим долгом. Сейчас это молодой, но слаженный воинский коллектив. Участники его осознают весь смысл и важность дела, которое они выполняют. Когда ты любишь свою родину, очень важно, наверное, прикладывать вклад свой в развитие родины, в защиту. И вот мы стоим на посту памяти, и, наверное, это ощущение не передать, когда ты чувствуешь, что ты важный, что ты стоишь и охраняешь покой воинов, которые отдали свою жизнь, боятся свободы и независимости нашей родины. Быть юноармейцем, это уже, как и говорили, это очень почетно. Быть юноармейцем – это великая честь для каждого учащегося школы. И это очень почетно для каждого учащегося. И я считаю, что каждый, кто патриот своей страны, он должен хотя бы раз заступить на посту номер один, отдать честь защитникам Брестской крепости и быть достойным памяти героев, отдавших свою жизнь в боях за свободу и независимость нашей Родины. Есть такая профессия – Родину защищать. На торжественной линейке под таким говорящим названием, посвященной Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, почетными грамотами за добросовестное несение службы были награждены свыше 30 юноармейцев. Не остались без внимания и брестские педагоги. Они также были удостоены наград за многолетний добросовестный труд по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Неизменно остается любовь к Отечеству, служение Отечеству. Каждый на своем месте, это независимо от того, кем ты работаешь. Бесспорно, этот день значим для всей общественности страны. Это не только праздник благодарности тем, кто сейчас защищает Родину и хранит мир, но и торжество, на котором вспоминают и отдают дань памяти славным героям отчизны, тех, кого уже нет в живых. В Бресте особенно почитаема эта дата для учащихся, учителей и администрации средней школы номер 30, которая носит имя Дмитрия Гвишани, курсанта военной академии, погибшего более 17 лет назад, спасая людей из пожара. С нашей школы выпускник Дмитрий Гвишани вот мечтал стать военным, к сожалению, жизнь его очень рано оборвалась. Мы чтим его также память, и вот этот день является особо важным и в патриотическом воспитании наших молодых людей. Возле памятного знака Дмитрия Гвишани собралось немало жителей, в основном юноши и девушки. Молодое поколение брещан чтит память своих выдающихся современников, именами которых гордилась, гордится и будет гордиться вся нация.